Всем добрый день, меня зовут Пивовар Станислав, я из Харькова, и у нас с женой своя студия дизайна. Хочется несколько слов рассказать о том, как мы пришли к этому. Это был 2010 год, жена у меня художница, и мы в то время зарабатывали тем, что продавали картины. В Харькове есть спуск, такая большая аллея, где стоят художники и продают свои работы. Мы были в числе из этих многих художников. И время было тяжелое, это был кризис, картины не покупали, искусство тогда было никому не нужно, и это было тяжело все это переносить, даже больше, честно говоря, эмоционально все это выносить, что понимаешь, что твоя работа, хорошая работа, в которую ты старался, вкладывал в душу, они не востребованы. И я стал много думать в тот момент, как можно изменить свою жизнь, стал читать литературу и понял, что без образования, без новых навыков, которые востребованы на рынке, ничего у тебя не получится. И мы в тот период основали свою студию художественной росписи. Это было интересно, это было хорошо и здорово, но эта сфера очень узконаправленная. И людей, которые непосредственно себе хотят, которые делают ремонт, хотят оформить какую-то одну или две стены, очень мало. И мы поняли о том, что нужно расширять сферу деятельности, охватывать больший спектр и предоставлять больше сфер, больше услуг в нашей деятельности. И мы поняли, что нужно переходить на новый уровень, стать дизайнером интерьера. И так как жена художница, ей это было легче, мне было немножко сложнее, не хватало технической базы и знаний. И вот на просторах интернета я как раз наткнулся на один из роликов Алекса Скиделя. Мне понравилось, как этот человек излагает мысли, как он строит предложения, какие он ставит цели, как он мотивирует, как он раскладывает о том, какие нужны шаги и пункты для достижения той или иной цели. Нравится о том, что они предоставляют обучение по некоторым программам, которые меня очень интересуют. То, что как раз хотелось бы приобрести больше новых навыков и стать более профессиональным и квалифицированным специалистом в этой сфере. Так что желаю всем успехов, ставьте цели, достигайте их, и школа Скидельскаль, уверен, вам в этом поможет. Всего доброго!